На конкурс дети читают стихи Волостных Анастасия, 10 лет, город Липецк. Иван Алексеевич Бунин, листопад. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый, пеструю стеной стоит над светлой поляной. Березы желтую резьбой блестят в лазуре голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной, просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, и осень тихой удовой вступает в пестрый терем свой. Сегодня на пустой поляне, среди широкого двора, воздушные паутины ткани блестят, как сеть из серебра. Сегодня целый день играет в дворе последний мотылек, и точно белый лепесток на паутинке замирает, пригретый солнечным теплом. Сегодня так светло кругом, такое мертвое молчание в лесу и в синей вышине, что можно в этой тишине расслышать листик шуршанье. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, стоит над солнечной поляной, завороженной тишиной.